мне вот интересно. Ты что ты говоришь сделала с вещами? Вот ты пришла с садика, повесила. И что? Это ты повесила? Да. Вот так сел. Ой-ой-ой. Что? Ой-ой-ой. Ой, как мягко. Ты не повесила. Это ты натянула. Это я повесила. Ну как же повесила? Повесила и все. Все. Что? Что здесь? Просто мальчику натянули. Так она же растягивается. Нет, теперь не растягивается. Теперь берем это все и складываем. И ложим в шкаф. Или кладем, как правильно. А вот когда ты уберешь, тогда будем делать будку. Хорошо? Неплохо. Давай, складывай вещи в шкаф и будем будку делать. Будьте... Не-не-не-не-не-не-не. Не сникерсом. По одной штучке, пожалуйста. Что это? Давай, по-нормальному делай. Нет, давай делай по-нормальному. Давай. Вот, ну, вот туда вот ложи. На свой диван ложи. Давай. По одной вещи складываем. Как ты складываешь? Покажи. Ну, ты песни лучше пой нормальные. Звук поставишь. На всю и соседи. И складывай. Вот, видишь, правильно, молодец. Красиво складывайте. У вас замечательно получается. Нет, кладите рядышком. Следующее. Сникерс свой разбирай. Порастягивала все, что можно. Нет. Да. Вот приходи вот так вот с работы, да? Приноси подарок. Поделай подарочек. Поделочки. Сейчас будет рукоделье, да, у тебя? Угу. Давай, давай, складывай, складывай. Встряхнуть надо? Да. Ну, давай. И все надо. Давай, и складывай. Все. Время-то идет. А будка сама себя делать не будет. Ага, и не может. И не может. Это сникерс. А это? Это сникерс. Давай, давай, тоже складывай. Разбрасывала все. Девочка называется. Самая девочка. А кто ты? Женщина? Да. Да? Да, женщина. Женщина? Ваши колготки обронились. Все? Да. В шкаф? Да. Вот, и не надо на стулку натягивать, хорошо?